Первый пляжный сейшн «Песок» разместился на главном городском пляже. 29 июня у ресторана «Синкевич» собралось множество горожан, и каждый нашел занятие по вкусу. Уличные танцы, мастер-классы, конкурсы и соревнования по регби и волейболу. Масштабный день молодежи впервые в таком формате организовали «Единая Россия», «Радио Сибирь», «Молодая гвардия» и областное министерство спорта. Мы решили собрать неформально, пообщаться с молодежью, то есть вот такая форма общения, как пляжный сейшн. Все площадки пляжа у нас задействованы, то есть на каждой площадке происходит какое-то определенное мероприятие. Тем самым посмотрели, как отреагирует молодежь. Молодежь отреагировала очень хорошо, очень много молодежи. В рамках масштабного сейшена прошел первый в этом сезоне открытый турнир по пляжному волейболу. Участники из Омска, Уфы, Кемерово и Кирова истосковались по играм и показали высокий класс соревнований. И даже аномальная жара не повлияла на результативность. Играть на пределе эмоций, да еще и под палящим солнцем – дело привычное. Для участников, в принципе, не привыкать. Такой небольшой ветерок дует. Бывает хуже, ветерка нету. Тогда вообще очень плохо. Но мы идем участникам навстречу, даем по два тайм-аута вместо одного, чтобы людям лучше было. Вода у нас здесь. Вообще, в принципе, относимся достаточно лояльно к физическому здоровью участников. Среди участников – профессиональные спортсмены, а значит, за призы пришлось бороться упорно. Бронзовый результат в мужских песчаных баталиях показала команда «Брейк». Сильный, по признанию медалистов, соперник устал к концу встречи и позволил навязать им свою игру, которая привела к результату 2-0. Турнир отличный, очень приятно с друзьями поиграть, соперники сильные. Есть у нас даже представители из других городов, приехали специально по приглашению на турнир. Организация прекрасная, то есть мы всем довольны и счастливы, что попали в призы. Женские игры увлекали ничуть не меньше. И по спортивному накалу, и по технике. Это была настоящая битва за победу. Жаркую игру до чемпионского результата показали профессиональные волейболистки из команды «Кошки». Было тяжело, потому что солнце, атмосфера, адреналин нам помог. Мы выиграли. Главное желание, поэтому выиграли. Каждый соперник силен по-своему, у каждого свои плюсы и минусы. И разобрали игру, посмотрели, выиграли. В мужском финале команда «Том и Джерри» сыграла против Кая и Ёшки, оставив за собой титул чемпионов. А после завершения открытых соревнований участники и горожане переместились к главной сцене сейшена для награждения победителей. Я честно скажу, результат превзошел все ожидания. Мы надеемся, что на будущий год обязательно это будем делать. И не только будем делать в Омске, это будем делать в крупных районных центрах. Все говорит за себя. Действительно, день молодежи, здесь одна молодежь. И очень приятно, что так вот это все было организовано великолепно. Благодаря и партии «Единая Россия», и нашим спонсорам. На третье место пьедестала поднялись команды «Брейк» и «Комбо-удар», а также ветераны спорта Дмитрий Ревзин и Александр Панов. Серебро соревнований у команды «Кай» и «Ёшка», «Бэйбочки», а также Виктора Ушакова, Виталия Замалеева. Чемпионов объявили под гул аплодисментов. Овации и кубки выиграли «Том и Джерри», «Кошки» и Алексей Лобков и Александр Кудрявцев.